Всем доброе утро! Сегодня мы смотрим отель «Хамок», который находится на первой береговой линии пляжа Майнам. Отель небольшой, тут, по-моему, номеров 20, ну, сейчас посмотрим все остальные категории, но я смотрю в первую очередь и всем рекомендую «Бичфронт Бунгало». То есть они прямо на первой береговой линии. В принципе, все остальные категории, они, по-моему, абсолютно одинаковые, различаются именно расположением. Отель в таком вот стиле. Мне он напоминает почему-то домик хоббитов. Не знаю почему, но у меня ассоциация, но я вам покажу стиль самого отеля, прям вот хоббитания. Но вот именно бичфронт бунгало, они, конечно, классные. Тут цена не очень дорогая, стоимость номеров здесь начинается от $40, а бичфронт, по-моему, $70, что ли. Но зато вы выходите, и вот он прям пляж. То есть тут у них получается как бы свои уже лежаки, да, есть все. Лежаки на пляже общие, а это прям, кроме как владельцев бичфронт бунгало, никто не займет. Пойдемте еще посмотрим сам номер. Все светленько. Такой он немножко уже пошарпанный, но цена и самое главное — первая береговая линия. И ванная комната тут с душем. Сантехника, кстати, в неплохом состоянии. Очень удобно расположен отель, прям в пешей доступности, вернее, даже не в пешей доступности, он, в принципе, находится на такой туристической улице слева от отеля, где проходит по четвергам Walking Street. Вот, и таких бунгало 4, я их в первую очередь всегда и рекомендую. Остальные подальше, ну, за ними находятся, да, и там более темное помещение. Пляж здесь в отличном состоянии, сам пляж классный. Таким относительно пологим заходом в море, он как раз люди купаются, можно оценить глубину. И вот, в общем, вот здесь вот, где вот эти лежаки, там за ним как раз находится проход на эту туристическую улицу. Ну, территория отеля, она очень маленькая, то есть вот она первая, бичфронт бунгало, за ним гарден вью. И вот почему они не напоминают домиков хоббитов, потому что такие маленькие. Но один в один, как видите, да. Все остальные категории абсолютно один в один, кроме тех, которые над кухней. И ванная комната. Так, здесь туалет. Да, и ванная комната. Единственное, нет, ванная комната поменьше, чем в бичфронте. Ну, все чисто, аккуратно. Хотя отелю, по-моему, уже года 4 точно. И вот я как раз смотрю номер, который над кухней. Но он называется Seaview, хотя здесь Seaview только если выйти на балкон. Тогда Seaview. Единственное, только вот самый первый, да, он действительно Seaview, а это как-то не до Seaview. Ну а номер, в принципе, один в один, как и предыдущие все. Все то же самое. И есть еще вот такая категория, Ocean View называется. Это единственный номер, который как раз находится над рестораном. У него два балкона. Один. А, это единый балкон, можно с той стороны зайти. И вот он, вид на море сверху. Какая красота сегодня с погодой. Ну, вот самый выгодный получается номер. Ну, вместе с бичфронт бунгало, потому что здесь свои лежачки тоже можно вытащить на балкон и любоваться и морем, и видом, и всем остальным.